Добрый день, друзья! Сегодня наша главная тема — это продолжение истории про логику, операторы и выражения. Мы, наконец, прочитаем цифровой сигнал с кнопки и проведем аналогию между цифровым сигналом и логическими выражениями. Еще мы подключим зуммер для получения большего разнообразия выходов. План следующий. Вначале разберем домашнюю задачу, где нужно было объединять множество условий с помощью логического «и». Затем подключим сразу все модули, потому что сегодня предстоит много практики и хочется сэкономить время на пересборке устройств. Затем извлечем звуки из зуммера, поэкспериментируем с ним. Познакомимся с логическими операторами «или» и «не». Подключим кнопку, изучим тип данных «boolean». Разберем домашние задачи и на этом закончим. Давайте разберемся с домашкой. Вы, конечно, молодцы частично. Прислали не все, конечно. Это зря, потому что, ну, тут смысл был в том, чтобы вы дома сами все попробовали, запомнили и так далее. Давайте вкратце разберем, в чем же была штука. Мы к этой вещи будем возвращаться, потому что те, кто сделал, заметили, что штука совсем такая неоптимальная, громоздкая получается. Но у нас будет несколько способов ее улучшить потом. Вспомним. Да? Нам нужно было выводить разные сообщения при изменении разных параметров. Когда хотя бы один из них преодолел какое-то пороговое значение, нужно было описать обстановку словами, числами и еще сообщить время, да, с помощью ранее неведомой вам функции millis. Какие там вещи должны были встретиться? Нужно было по порядочку, да, определить все константы вначале с помощью define-ов, которые мы знаем, создать глобальные переменные для сохраняемых значений, да, один раз вначале сохранить вот эти сохраненные значения, чтобы было с чем сравнивать, да, а потом сравнивать текущие измерения с сохраненными. При наступлении изменений обновить сохраненные значения, вывести все нужные сообщения. Ну и, собственно, все. Да, было много-много вариантов возможных комбинаций. С миллисом, я думаю, никаких проблем возникнуть не должно было. На параметров не принимает, возвращает количество миллисекунд, прошедших с запуска контроллера. Чтобы нам вывести минуты, нужно было это поделить на 60 тысяч. Давайте рассмотрим быстренько вариант, который ближе всего к правде из присланных. Единственное, что я просил закомментировать все, да, потому что, ну, во-первых, лучше правильно делать сразу, да, во-вторых, убедиться, что вы понимаете, о чем идет речь. Игорь создает все константы, да, для датчиков и для вот этих пороговых значений и переменные для сохраненных значений. Первый раз в них запоминает значение при старте устройства и затем создает переменные для текущих значений, записывает в них то, что дает датчик, температуру сразу переводит в градусы. Я не тестировал, не знаю, тестировал ли Игорь, не уверен, что здесь корректно все пересчитается с учетом того, что здесь плавающая точка, но, возможно, все верно. Я так на первый взгляд не скажу. И затем начинается куча похожих условий. Да? Они такие большие все. Но основной здесь смысл в том, что вам нужно было потренироваться, составлять условия. Да? Вот одно условие, что текущая температура минус прошлая температура больше, чем заданный шаг. Второе условие, то же самое про свет. Да? И они должны сработать вместе, да, с помощью «и», с которым мы в прошлый раз знакомились тоже. И если оба параметра изменились, здесь мы обновляем оба прошлых значения, да, и выводим вот такую вот большую штуку. То есть сначала качественное описание, что стало темнее и теплее, затем конкретное значение температуры освещенности, точку с переводом строки. Да. Обращайте внимание, что здесь чередуются println и print, просто чтобы читаемо это все было красиво на экране. И отдельно сообщение о времени. Прошло столько-то минут. То есть, да, вот по такому образцу можно проделать все остальные сравнения. Единственный там нюанс где-то должен был возникнуть, когда у вас сразу три условия объединяются, вот я вижу. Да? Когда мы предполагаем вариант, что, например, температура не изменилась, да, то есть прошлая температура вот имеет какое-то значение, а текущая либо выше, либо ниже, но меньше, чем пороговое вот это вот число. Да? Мы проверяем, что у нас температура здесь, в смысле, не выше, чем здесь, не ниже, чем здесь. Да, вот здесь это Игорь делает. И отдельно проверяется свет. Вот такие вот условия.
Из того, что мне присылали, кое-кто упорно делал такую ошибку, что у него выводилось вот это сообщение раз в какой-то промежуток времени. То есть независимо от того, как... Ну, может быть, даже не один такой человек был. Независимо от того, преодолено ли пороговое значение или нет, раз там в сколько-то секунд выводится сообщение, и могла быть ситуация, когда ничего не изменилось, а сообщение приходит. Смысл же, ну, задача была поставлена так, что нам нужно получать сообщение, когда что-то изменилось на достаточное значение. Еще я видел в одном из скетчей такая небольшая досадная вещь, когда путались заглавные и строчные буквы, то есть некоторые переменные были заглавными буквами. И это сбивает с толку, потому что я ожидаю, что это define. Да? Как бы это специально так сделано, что большими буквами define. Вот. А на самом деле это переменная. Не надо с этим путаться. Переменные у нас строчные, маленькие буквы, да, а define все заглавными. У тех, у кого что-то не получилось, остались ли вопросы, в чем здесь смысл, как это делать? Просто если непонятно, давайте разберемся с теми местами, потому что сегодня у нас будет продолжение этой темы. Если осталось прошлое непонятое, то будет сложно продолжать. Единственное, наверное, хотел акцентировать на том, что были очень большие затруднения с логикой по поводу освещенности, потому что с температурой все легко, а с освещенностью ровно наоборот. Да. Там значение больше, если темнее. И пришлось там инвертировать все. Да, это тоже такой момент, который немножко ломает мозг. Я бы называл ваш датчик датчиком, он называется датчик освещенности, датчик затемненности. Тогда все логично было бы. У кого-нибудь вот эта строчка вызывает непонимание? Понятно, что в ней написано? Ну да. Да? Угу. То есть у нас одно условие еще раз. Это мы вычисляем какое-то число, разность между прошлой и текущей температурой, сравниваем его с заданным шагом. Да? Если это больше шага, значит изменилась температура в большую сторону. Да? Второе условие, там, где Игорь ломал мозг, вычисляем, стало светлее или темнее. Да? Затем их объединяем. Вот, собственно, и все. А дальше это уже однотипная штука наслаивается, вот эти вывод сообщений, там какие-то вычисления, это все, ну, никаких хитростей в этом нету. И еще момент, да, вот еще раз на него обращу внимание, это то, что новые значения, прошлые, нам нужно сохранять только когда произошло ожидаемое изменение, да, потому что если мы будем сохранять текущее значение в прошлое, у нас при любом маленьком колебании, да, а мы видели, что у нас все время есть какие-то колебания небольшие, будем вводить все сообщения о совершенно незначительных, не имеющих для нас смысла изменениях. Вот. Ну что, приступим к новому. Но мы давайте к этому потом еще вернемся в любом случае, поэтому, чтобы будущее время сэкономить, предлагаю вам, тем, кто не доделал, доделать это вот вместе с будущим домашним заданием, с ближайшим, чтобы потом не было слишком большой кучи недоделанных вещей. Ну что же, сегодня у нас будет много новых вещей, много экспериментиков. Чтобы нам не терять время на постоянную пересборку устройств, я вам предлагаю сразу достать все нужное, сразу все вот так вот подключить, один раз на это потратить время, а дальше про коробочки уже забыть и кодить. Я могу прокомментировать. У нас потенциометр, датчик освещенности, термометр, все знакомые друзья. Один светодиод, две кнопки и зуммер, ну, пищалка. Единственный комментарий, ребят, так получилось, что когда вам собирали наборы, вам достались кнопки со встроенными светодиодами, которые покруче. Но нам светодиодный функционал сегодня их не понадобится. Сегодня мы их используем просто в качестве кнопок. Сейчас, когда кто-нибудь из вас их найдет, я скажу там, в чем нюанс. Там есть отдельный пень, что ли, для там используется, обе гребенки пинов. Ну, в смысле, если ее использовать как и кнопку, и светодиод, нужно использовать обе гребенки. Давайте все достанете, я вам скажу, что куда подключается, кто не видит. Все нашли детальки? Нет, еще. Находите детали, лишние убирайте, чтобы у вас было все чисто и гигиенично на столах. Когда найдете кнопки, скажите, я вам подскажу. Смотрите, у вас здесь один ряд пинов GVL, другой GV2S. Вот кнопка это, которая GV2S. Потому что L это, наверное, LED. Давайте теперь тем, кто не очень хорошо видит, я подскажу, где что. Зумер на шестом цифровом. Кнопки седьмой, восьмой.
светодиод 11. И датчики потенциометр А0, освещенность А2, температура А4. Ну, на самом деле, вы понимаете, что это не важно, просто если мы будем смотреть на скетчи, которые я заготовил, там такая распиновка используется, чтобы не путаться. В общем, мы видим, что у нас двое новых знакомых появляется, да? Кто? Какие? Кнопка и зумер. И зумер, да. Давайте для начала потыкаем в зумер. Для работы с ним есть встроенная функция, но давайте поймем, что в ней используется. Вообще звук — это что такое? Колебание воздуха. Да, это колебание воздуха с определенной частотой. Все верно сказали. Соответственно, звук меняется в зависимости от чего? Частоты его включения и выключения. Ну, один из параметров, да, это частота. Это его частота. На что влияет с точки зрения вот нашего восприятия частота? Ну, звук, например, может менять громкость, да? Вот. Но частота — это не про громкость, а про высоту звука выше, ниже и так далее. Собственно, для того, чтобы заставить пищалку зумер звучать, можно использовать стандартную функцию, которая будет с нужной частотой выдавать сигнал. Да? То есть на самом деле там в глубине души это тоже digital write, но просто организованные немножко другим способом, чуть более хитро, и так, что нам не нужно много раз в секунду дергать его вверх-вниз. Для этой функции обязательный параметр пин, куда подключен зумер. Frequency — это частота. И есть третий необязательный параметр, который мы можем использовать, можем не использовать, это длительность. Длительность тоже в миллисекундах. Если мы не указываем третий параметр, и нам когда-то хочется прекратить это ужасное звучание, можно использовать функцию близнец no tone, которая выключает любой звук, который был на указанном пине. Вот. Вопросов, наверное, с этим нет, все довольно легко. А сейчас мы эту штуку используем, только мы не будем задавать частоту прямо вот вручную, мы будем ее брать откуда-то извне. Да. Давайте обсудим, прежде чем это делать, еще одну новую функцию, точнее даже две новых функции узнаем. Откуда извне мы можем брать что-то, что может влиять на частоту звука? Из воздуха. Из освещенности, из температуры. Из освещенности, из температуры. Ну вот, из имеющихся датчиков у нас освещенность, температура, потенциометр. Давайте попробуем для начала с потенциометра. С потенциометра какие мы числа можем получить? От 1 до 1023. Давайте кто-нибудь один, я ничего не понял. От 1 до 1023. От нуля. От нуля, да, 1023. Да? Если мы напрямую вот туда, в тон, отдадим значение от 0 до 1023. У нас, соответственно, будет частота. Кстати, в чем частота измеряется? Герцах. Герцах, да? То есть это сколько там чего-то в секунду происходит. Да? 0 Гц — это ничего, 1023 Гц — это там чуть выше 1 кГц. В принципе, нормально. Но наша пищалка может дать более широкий диапазон звуков. Например, насколько я помню, они вообще у нее... она на 4 кГц вообще заточена. Но мы можем, например, использовать диапазон, допустим, от 200 Гц до, например, 5 кГц. Да? То есть от 200 до 5000. Да? А потенциометр нам даст значение от 0 до 1023. Да? Очень часто нам приходится преобразовывать значение из одного диапазона в значение из другого диапазона. Вот я здесь сделал такой график. Да? Допустим, у нас то, что дает потенциометр, это x. Да? Я здесь специально никаких значений не писал, потому что это может в разных задачах меняться. Допустим, у нас, соответственно, x1 — это 0, да, а x2 — это 1023. А y, допустим, это частота, которую мы хотим создать. И мы хотим, чтобы у нас частота менялась от y1 — 200 до y2 — 5000, например. Да, нам нужно как-то пропорционально значение, которое находится между x1 и x2, превратить в значение, которое находится между y1 и y2. Можно это сделать вручную, в принципе, ничего хитрого нет. Я думаю, вы даже если немножко подумаете, сами формулу составите. Но поскольку эта штука очень часто встречается, в Arduino есть встроенная функция для таких преобразований. Называется map. Она выглядит страшно, аж 5 параметров принимает. Но на самом деле все довольно понятно. Здесь появилась фиолетовая стрелочка, да, которая, допустим, у нас наш x, считанный с потенциометра, оказался вот здесь. Да, и он превратится в y, который оказался вон там. Для того, чтобы это произошло с помощью этой функции, нам нужно, во-первых, сообщить, какое значение взять. Ну, здесь я условно это обозначил как x. У вас это будет более что-то осмысленное. Ну, там, аналог, read, что-нибудь. Это исходное значение. Затем мы указываем границы входного диапазона, да, в каком
каких пределах может изменяться это число от 0 до 1023, x1, x2, 0, 1023. И затем что? Границы выходного диапазона, то есть того, который получится. Если мы хотим, чтобы y1 был 200, а y2 — 5000, ну, мы так и напишем. Да, соответственно, если, допустим, у нас… во что превратится 0 на входе? 200. Да, а 1023? 5000, да. А любое промежуточное значение 500 окажется где-то посередине, да, соответственно, между 200 и… Ну, 512 проще посчитать, это прямо середина входного диапазона. А середина выходного — это 5000 плюс 200 пополам, получается 2600. Да? Вот так вот пропорционально будет меняться. Это мы говорили с вами про потенциометр, где с его диапазоном значений все ясно. А с датчиком освещенности все, наверное, несколько иначе. Да? Там вы, наверное, в своих уже наблюдениях заметили, что рабочий диапазон, например, у него поуже бывает, ну, когда не так ярко все подсвечено. Да? То есть, например, в нормальных там комнатных условиях, например, он меняется, ну, в каком-то более узком диапазоне. Я не знаю, там, допустим, от 400, да, до там 900, 700. Узкий, да, и у нас получается часть диапазона вообще, ну, нам сложно ее получить. А мы, например, захотим сейчас, чтобы высота звука зависела от освещенности. При этом в том же там широком диапазоне. Поэтому у нас входные x1 и x2 окажутся не 0023, а, например, там 400-700, ну или для здешних условий, как у нас там было, 200-900, что-то такое. Да, то, что меньше 200 нас не интересует, то, что больше 900 нас не интересует. Но особенность этой функции в том, точнее, не особенность, а просто она устроена таким образом, что если ваше входное значение x окажется за пределами вот этого указанного диапазона, за пределами вот красных линий, например, здесь или здесь, вы на выходе все равно получите пропорциональное ему значение, то есть которое ниже или выше зеленых линий. Часто это может привести к неприятностям или просто к неожиданному результату. Да? Мы всегда хотим помнить, хотим понимать, в каком диапазоне мы будем иметь значение. Для того, чтобы подобных вещей избежать, какие есть идеи, что можно с этим сделать? Тоже, в принципе, все вручную несложно делается. У вас, в принципе, все для этого есть уже, вы все умеете, для того, чтобы избавиться от неожиданных значений. Надо создать переменные, которые… может, такое значение выдавать. Ну, нужно проверить, находится ли ваше значение, с которым вы работаете, в нужном диапазоне, и если вдруг оно выпало из него, засунуть его обратно в рабочий диапазон, который нам нужен. Можно делать вручную, но это муторно, опять же, поскольку частая операция, есть встроенная функция, которую часто используют в связке вот с этим мэпом. Да? Есть функция constrain. Ну, это значит, как бы ограничить. Да? С ней чуть проще, у нее всего три параметра. Она принимает значение, которое нужно ограничить, и принимает границы диапазона. Там x1 и x2. Если мы ей даем вот этот x, она проверяет, находится ли она между красными линиями, да, и если нет, то есть если она, например, меньше, чем x1, она вернет значение, равное x1, да, то есть, ну, нижнему допустимому значению. Если она больше x2, то она constrain вернет x2, то есть верхнюю границу. Да, то есть если мы сделаем вот такую штуку, то уже заведомо x будет в диапазоне от x1 до x2. Мы уже железно в этом уверены. И после этого мы этот x преобразованный уже можем засовывать в map, и мы гарантированно не получим значение меньше y1 или больше y2. Да? А как можно как-то менять особые условия, вот constrain? Например, чтобы он был умный, вот этот вот, как сказать, ну, с освещенностью, чтобы он сам адаптировался. То есть, допустим, он понимал, что вот в таких условиях, там, от 200 до 900, ну, так просто нет. Он запрашивал минимальные значения, максимальные, и сам их устанавливал в x1 и x2. Давай подумаем. Constraint же предназначен не конкретно для работы с освещенностью, ну, да, а для преобразования любого значения в заданный тобой диапазон. Вот, поэтому, конечно, constraint так не сделает. Ты можешь придумать какую-то штуку уже сам, да? Или, может быть, поискать, может быть, кто-нибудь заморачивался такое дело, но сам constraint такого не сделает. Значит, смотрите, сделайте, пожалуйста, два варианта скетчиков, которые будут пищать. Один будет пищать в зависимости от потенциометра, второй будет пищать в зависимости от освещенности, этот любимый термин Vox, который во всех всегда примерах бывает.
Понятно, как делать? Да. Или давайте разберем? В принципе, да. В принципе, да. В принципе, это делается вообще в одну строчку, на самом деле. Можно сделать в одну строчку, но это слишком громоздко, не очень читаемо. Можно в несколько строчек сделать. Давайте для первого раза, чтобы вы проснулись, я вам открою то, что там есть. Вот у меня вариант с потенциометром. Начальная часть, наверное, комментариев не требует уже, да? Тут все понятно. Причем, обратите внимание, я сюда дефайню и границы диапазонов. Но опять же, чтобы если я захочу их поменять, мне это было легче сделать. Ну и, собственно, вот, даже особо проматывать некуда. Внизу я закомментировал вариант, как это сделать одной строчкой, когда мэп передается прямо в тоун. Но если кому-то такая запись еще кажется сложной, можно сделать вот так вот последовательно. Действуем так. Сделали с потенциометром, показали, переделываем под пищалку. О, освещенность. Следующий скетч просто вам отправлю, потому что время. Все, теперь сделано. Давайте, как только я услышу у троих, двинемся далее, потому что теперь у вас скетч есть, и вы это попробуете в любой момент. Один писк я слышал. Хочу услышать писк, зависящий от света. А я сделал уже. Показал. Ладно, у кого-нибудь другого. Ну давайте кто-нибудь третий попищите. Мне надо две штуки сделать. Как вы можете заметить, использование зумеров на занятиях — зло. Но сегодня мы пошли на эту жертву, чтобы ребята не совсем заскучали от сухих выражений и немного повеселились. Ладно, давайте временно вернемся к адекватному использованию пищалки. Давайте сейчас мы используем зумер в качестве сигнализации. Сигнализации о чем? О том, что стало плохо. Кто-то в прошлый раз предлагал такой вариант. Да, что такое плохо с точки зрения климата для нас? Ну, Холодно или очень жарко? Холодно и темно, например. Да? Ну, допустим, что мы мечтаем о теплом солнечном дне, а стало холодно и темно. Или темно. Здесь мы познакомимся с новым логическим оператором. Нет, что, если мы скажем холодно и темно, это что? Это и холодно, и темно, это вообще плохо, да? Но если стало хотя бы холодно или хотя бы темно, уже плохо. Сначала поймем, что это за логический оператор такой или. Помните, у нас такая же табличка была про и? Да. Здесь в чем разница, можете сказать? То, что тут третья табличка, она придает себе значение один, если выполнено либо первое, либо второе, либо оба. То есть хоть одна... А в и как было? А там было, принимает значение один, если и то, и то. Да, то есть у нас в и истина... В объединенном условии была только внизу, когда оба входных условия истинные, да? Вот. А здесь истина, когда любое из них или оба сразу истинные, да? То есть мы можем сформулировать условия вот это вот про стало плохо, стало некомфортно, когда стало или темно, или холодно, или то и другое вместе, да? Да. А используется для обозначения этого оператора в C две такие палочки, вы их никогда, наверное, не использовали, они вместе с слэшом. Вот, смотрите, что нужно сделать. Нам нужно проверять температуру и освещенность, да, и при достижении любого из параметров какого-то значения, которое мы будем считать малым, издавать там секундный писк. Понятно, о чем речь? Mm-hmm. Давайте. Давайте, чтобы мне не было скучно, кто-нибудь мне будет рассказывать, что писать. Я сейчас не буду открывать уже готовый скетч. Давайте, рассказывайте мне, что писать. Слушаю. Сначала... Давайте, да, что мы туда пропишем? Ну, номер, за который включен... Вот, за который пищалка. Пищалка. Какой у нас там? Пятый. Ну, у всех шестой, у меня пятый. Хорошо, что еще? Куда у нас температура подключена? Каналок один, по-моему. Ребят, посмотрите. А4 температура. Освещенность куда? Освещенность в А2. Хорошо, какие еще у нас будут неизменяемые значения в этой всей штуке?
Ну ладно, давайте к этому вернемся, пока основную логику реализуем. Да? Во-первых, нам что нужно в сетапе сделать? Надо пин-мод настроить. Какой? Пятый. Ну, у всех шестой. Не, а вот видите, чтобы... Все, нас уже не интересует какой-то пин. Бузеры. Да, вот. И, наверное, в сетапе все, да? Что будем делать в лупе? Условие писать. Какое? If скобочки открываются. Считаем температуру, и с чем и что с ней сделаем? Считал температуру, но пока в никуда. Мне нужно где-то это значение использовать, да? С чем-то сравнить, наверное. Да. С чем? If аналог read temp pin. Допустим, больше. Почему больше? Нам надо, чтобы стало... Ну, в смысле, мы проверяем, стало ли холодно. А, темп тогда меньше. А, надо еще сделать операцию с температурой, чтобы для Цельсия. Можно перевести в градусы, а можно запомнить просто, что такое для нас холодно. 130, это холодно там было, насколько я запомнил. Вот 144, он у меня обычно нормальный, я не уверен. Возможно. Ну ладно, я пока напишу что-то, а потом проверим. Угу. Видите, я сделал еще один define, что мы будем считать холодом. Да? Да. Угу. То есть если то, что считали, меньше, чем холод, то есть холодно, или вот эти две палочки, стало темно, это что? Это больше... Допустим, какой-то... 500. Dark я сделаю, который, говоришь, 500, но пусть будет 500. У меня чуть-чуть побольше, потому что... Да, вот такое вот условие. То, что нас здесь в первую очередь интересует. Что будем в это время делать? Тон в скобочках, бузер пин, запятая, там, 500. А, и еще запятая от 1000. Ну, чтобы вот этот дирекшн. Делаю еще один define, в который пропишу, на какой высоте, частоте пищать, да. И еще сейчас заведу вот такую вот. Успеваете за мной? Да. Все. Возможно, нам придется добавить дилейчик еще. А может вот там вот? А зачем? А я, например, не помню, вот этот тон, он же, скорее всего, не дожидается окончания писка. То есть мы сказали там ей пищать. Да? А... И потом ну, сейчас проверим, если будет работать криво, добавим дилей. То есть главное сейчас для нас новое — это вот эти две палочки. Нужен кто-то, кто быстрее всех делает, чтобы проверил, какое мы значение будем считать холодом. Тогда еще в серию надо выводить. Да, причем я предлагаю сначала пальцем зажать. Будем считать, что зажатый пальцем термометр — это тепло, а когда палец уберем, вот это значит стало холодно. Иначе как тестировать? Обратили внимание, что здесь знаки сравнения разные? Простите, люди. Простите. Да. Не надо. Без метана не идет. Не, вообще. Почему он здесь не засчитал? Потому что датчик здесь нет. Более жестко проверим его. О, все, не-не-не, работает. А вот этот пальцы 200. У нас, видимо, незначительно меняют. Сразу 200. Тогда зашли. Повнимательнее отследи, что там. 168. Нет, 168. 167, да. Сейчас загрузится. Что прикол? Почему у меня работает вот так вот? Так, значит, 167. Нет, да. Ну, когда становится темно... А, темно, точно, да. Только у тебя а как сделать, чтобы границы, было, наверное, холодно. Надо как-то поменять, а то подуй. Слишком... Хотя нормально. Подуй, наоборот, будет горячо. Нет. Да. Нет. А cold, наверное, нужно написать порядка 165. По сравнению
Температура помещения, то дыхание будет холоднее. Нет. На улице у тебя дыхание. Что, кто уже проверил? Мы на первом уроке дули, чтобы ее разогреть. Ребят. Мы ее чего держим? У меня, где вот она заработает, только ничего не изменяется. Вот если темно. Вот на улице холодно, все равно ничего не меняется. А ты тот пин сделал? Ночью. Ну вот, температура это А3, вот. И свет А2. Если их только не перепутали. Посмотри. Надо разбавить температуру. А2 и А1 у тебя. Свет А1. Не, А1 у меня... Четырёх? А. Это А0. А, А1. Да, там же А0. А1 свет, А2 температура. Ты шо? Один или. Колд только не 100, наверное, а 165 намерил Игорь или сколько? Колд это примерно 164. Ну, чтобы прям вот четко она пищала в прикомнатной. Чтобы она не пищала, надо палец прислонить. Палец дает больше. Даже нет, 165. Слышь, Настя, колд 165. Почему 165? Потому что мерили. Почему постоянно орёт колд? У меня постоянно. Вырубите. Так, это какая температура, это освещенность. Ты новый загрузил? Вот этот? Да. Он постоянно орёт? Да. А верни температуру пониже. Там на 140, например. Вот, нравится. Сейчас перестал пищать. Может, у всех чуть-чуть разные датчики? Ну да. Без арифметики. В темноте он пищит. Хорошо, это условие срабатывает. Ну, на самом деле, тебе нужно выяснить, какая у тебя температура получается с пальцем и без пальца. А, значит, надо его вынести на экран. Это в лупе. Ну, наверное... Может, холодно? Потому может, Игорь что-то не то намерил. Температуру... Температуру... Если его так закрыть, он разве пищает? Он 165 написал. Так что? Выключите, пожалуйста, когда вы не тестируете, не надо, чтобы пищало, выключайте, пожалуйста. А как? Можно выключить питание, можно отрубить саму пищалку. Можно, в конце концов, быстро программу переписать. Я просто пустую программу загружаю, и все, и она вырубается. Все. Ну что, подобрал кто-нибудь? Уши болят. Вот, все, у меня работает. С одним и с другим? Да. Давайте посмотрим. Если у меня... Ребят, пожалуйста, у кого не темно. Работает, заткните сейчас, чтобы не сбивать нас с толку. Вот. Скетч. Значит, если параметры. У нас тепло... Скетч у вас у всех одинаковый, правильный. Нет, параметры если... какие просто? Как раз таки из-за того, что параметры у всех немножко разные, у вас это все время орёт. Каждому нужно проверить температуру. Я все работает. Точно не вот, я если у меня светло и тепло, я палец держу, то ничего не пищит. Давай если становится темно. Пищит. Ну, какая-то граница такая довольно высокая. Угу. А если палец убрать? Стало холодно, стало тепло, стало холодно, стало тепло, стало холодно и темно, а сделай тепло. Все равно пищит, потому что темно. Нет, потому что он еще не нагрелся. Вот. Идея. Все равно. Да. Это как две сенсорные кнопки получается. Почему у вас, не у всех, оно четко работает? Потому что что такое холодно, нужно сначала измерить. А теперь почитаем еще один наш новый девайс. Нам нужно познакомиться с кнопкой. Помните, у нас в прошлый раз появился Digital Write. Да, что это такое? Это создание высокого или низкого уровня напряжения на цифровых пинах. Да? И мы даже можем не знать, какое именно оно там. Мы знаем, ну, на самом деле мы знаем, что 5 вольт — высокий уровень, а 0 вольт — низкий. А, аналогичная история с чтением цифрового сигнала. У нас на входе по каким-то внешним причинам может появиться 5 вольт или исчезнуть 5 вольт, появиться 0 вольт. А, чтобы нам считать со входа, нам нужно знать только вход, точно так же, как это было с аналог райтом. Только с аналог райтом мы получали диапазон значений от 0 до 1023. Здесь мы можем получить всего два значения. High или low, он же 0 или 1. Да? И не забываем, что поскольку у нас эти пины могут работать в две стороны,
нужно в начале входа сделать входами. Вот таким вот образом в сетапе. Они же по умолчанию. Лучше указать точно. Вот. Здесь есть небольшое еще уточнение, что в Arduino считается при работе с цифровым сигналом на входе, что высокий уровень у нас, когда напряжение больше 3 вольт, да, вот линия серединная нарисована, а то, что ниже 3 вольт, это считается low, низкий уровень. А как это происходит? У вас получается кнопка подключена к питанию, да? И когда вы ее нажимаете, вы подаете это питание на тот вход, куда подключена кнопка. Но как раз-таки с нашими кнопками, с модулями, которые мы используем, ситуация немножко другая. Там мы, поскольку мы не вдаемся в электронику, не подстроечная, а подтягивающая, в электронику мы не вникаем, да, там есть так называемый подтягивающий резистор, с ним мы разбираться будем очень долго, если начнем. Там смысл в том, что кнопка считается, не то, что считается нажатой, когда кнопка нажата, мы на входе получаем 0 вольт, то есть она перевернутая как бы. В ненажатом состоянии 5 вольт, ну то есть там высокий уровень, в нажатом низкий. Это немножко сбивает с толку иногда, но один раз можно это запомнить и иметь в виду. Давайте просто выведем то, что дает кнопка в монитор порта. Одна строчечка. Serial print. Serial print, digital read. Print. Да. Да. Только serial begin не забывайте еще сделать. Надо без дела. Мне нужно, чтобы вот здесь вот все увидели, что дает вам кнопка в мониторе порта. Нажато один, не нажато ноль. Надо восклицательный знак поставить. Работает. Ой, она две кнопки сделала. У меня пишет 1.0.1, когда одна нажата, и вот нолики совсем. Когда ребят, нужно нажата. Просто сделать то, что сейчас есть. Я специально жду, потому что следующий момент, чтобы все, полчаса не переделывались к следующему. Оставьте вот как есть, пожалуйста. Все, хорошо. Я оставил вот как есть. В общем, нам сейчас нужно увидеть, как работает еще один логический оператор, а именно отрицание. Что такое отрицание? Не, по-другому его называют, да? Он просто дает обратное исходному значение. То есть если у нас исходное значение 0, у нас будет единица. Если исходная единица, будет 0. Просто он переворачивается, инвертируется, отрицается. Понятно, да? И записывается этот оператор просто как восклицательный знак перед тем выражением, которое мы хотим инвертировать. Да? А сейчас мы просто перевернем кнопку, чтобы она нам давала интуитивно понятное значение при нажатой кнопке 1, при отпущенной 0. Сейчас у вас наоборот, когда не нажато 0, наоборот, не нажато 1, нажато 0, это делается, в общем, буквально как я сказал. То есть ставится восклицательный знак перед тем, что нужно перевернуть. Перевернуть нам нужно то, что дает Digital Read. Смотрите, ребят, чтобы у вас вопросов не было, вот здесь вот добавляется восклицательный знак. Добавьте его, загрузите и увидите, что у вас перевернулись значения в мониторе порта, который не. Вот. Хорошо. За первую половину, значит, мы узнали 3 новых функции и 2 новых оператора, да? Умеем звуки извлекать, умеем преобразовывать числа, обрезать числа с помощью constraint и переобразовывать другой диапазон с помощью map, и 2 логических оператора, или 2 палочки, и не восклицательный знак. Хорошо, в следующей половине, сейчас у нас перерыв, в следующей половине будем все это комбинировать. Так, давайте теперь, знаете, что сделаем? У нас будет такая штуковина. Облачное пианино сделаем. У вас у всех сейчас есть по 2 кнопки. И мы сделаем так, чтобы каждый мог извлечь 2 разных ноты. Причем каждый из вас будет разные ноты извлекать. То есть, у каждого будет 2 своих ноты. Что? Нет, ничего меняться не будет. У вас будет 2 кнопки, каждая привязана к своему звуку. Как это сделать? Расскажите кто-нибудь. Кто-нибудь еще? Задача. Надо дать название,
define сделать каждой кнопке. И вместо serial print, когда у нас идет вместо serial print, нам надо играть музыку какую-то. Ну как это сделать? Можно, как, например, первую кнопку, когда единица производится. А в define создать, с какой нотой будет играть. Да, хорошо, но у вас нота должна не постоянно звучать, а когда вы нажимаете кнопку. Ну да. А когда она не нажат, поэтому надо нажать. Создательный знак просто поставить, чтобы был наоборот и все. И при нажатии будет выдаваться единица. Единица как мы будем узнавать о нажатии? Переменную условие. Как переменную сделать? Как нам переменная поможет? Когда на нее можно будет записывать, включена кнопка или нет. Монитор портала вести. Как нам узнать, что случилось что-то или нет? If. If. Да. А какое будет условие? Если один, то звук идет с определенной частотой. Да, при этом давайте вот что сделаем. Я опять вам скину скетч, чтобы вы полчаса не сочиняли. Сегодня мы много работали задом наперед, то есть я ребятам выдавал готовый код, а затем мы разбирали, как он работает. У этого подхода есть очевидный минус, самостоятельный навык ребята получат позже. Но я рассчитываю это компенсировать домашним заданием, а в плюсах то, что на занятии мы успели больше. Смотрите, для кого-то прямо этот скетч нужно будет использовать, да? Давайте разберем для начала, что здесь есть. Видим две кнопки. И две ноты. Две ноты. А что это за цифры? Это частота. Да, это частота для нот до и ре. Первые октавы. Ага. Да, потом не забываем сделать кнопки входами. Вот. А как у нас будет выглядеть проверка? Помните, что от нас хочет if в скобочках? If от нас в скобочках хочет что-нибудь, что может превратиться в истину или ложь, правильно? Да. Вычислится и станет понятно, одно это или другое. Кнопка же нам дает истину или ложь сразу. Но здесь мы ее будем сразу переворачивать. Да, мы пишем not digital read. Не высокий уровень, то есть низкий уровень. То есть, когда кнопка нажата, это значит, что она нажата. И в этом случае нам нужно воспроизвести в одном случае ноту одну, в другом случае ноту другую. Скетч, значит, у всех, у кого нужно, есть, да? Какие у кого ноты, сейчас посмотрите на экране. Ну, поскольку у нас пятеро, давайте, начиная слева, от до ми второй октавы, да? То есть у Игоря будут до и ре, у Дани ми и фа. У Сережи соль и ля, ну и так далее, да? У Насти си до второй октавы, и у Саши ре и ми второй октавы. Вообще все эти чиселки я нашел в интернете, можете при желании найти любые частоты. Есть и библиотека, но мы про библиотеки пока не общались с вами. Сейчас, когда вы все это пишете, нам нужно будет проверить, что у нас в самом деле гамма получается. Ну, кстати, пока происходят все эти ожидания. Давайте сделаем там вот везде, где 10 миллисекунд использовалось, сделаем по 25, например, посмотрим, в чем будет разница. В тоун и в дилей. Ну что, получается у вас подряд звуки, нет? Сейчас, да, надо сделать сейчас все вместе. Сейчас только вспомним. Давайте только не одновременно, вместе. А по очереди. Да, по очереди. Давайте. Можете подряд сыграть ноты, чтобы они друг за дружкой шли, вот как тут написано? Давайте. Ну, давай, ребята. В обратном порядке. Ну, давай. Давайте еще раз сыграем. Да, давайте. А наоборот? Ну что, можете какую-нибудь мелодию сыграть? Давайте самое простое. Самое простое это хор «Славься». Ладно, если у вас сходу идей нету, смотрите, инструкция тут. Вы знаете, кому что? Я забыла. Давайте. Давайте теперь попробуйте, что здесь. Что здесь? Ре. У кого высокое ре? У кого ре два? У нас нет высокого ре. Давайте еще. Давайте мое ре, высокого нету. Есть у Саши. Вот высокое, Саша. У меня ре два. И соль два. Так, давайте еще. Ну это то, что я знаю, извините. Ну теперь вы команда, можете слитно сыграть подряд? Да, давайте еще попробуем. Это что-то типа...
Вам не хватает дирижера. Давай. Да, нужен дирижер. Я не помню, у кого что. Ладно, давайте, давайте еще раз. Я буду написать это руками. Как это странно звучит. Ну давай, я радвая. В смысле, ты тут звучишь? Ладно, я нас опять. Ай, спасибо. Напишите это. Ну все, это типа ее. Может, Марио еще сыграем? У меня открытый ноут. Боюсь, я не вынесу. Вы первая облачная, я не знаю, первая не первая, но я раньше не встречал облачных пианин, поэтому можно считать, что вы первая. Так можно сидеть, можно подключить Wi-Fi. А давайте по Wi-Fi передавать. Да, по Wi-Fi. Кому? Дома сидеть. По Wi-Fi сделать стримы. Ладно, все, давайте, давайте, давайте узнаем, как сохранять. Наконец мы научимся сохранять вот эти вот логические значения, с которыми второй раз уже имеем дело, да? Что-то логические значения, да. Давайте вот так вот сначала посмотрим, что у нас вообще такое за логические значения. Это все вот эти штуки, которые получаются в результате рассмотрения условий. Да? То есть, когда мы там сравниваем два числа, например, мы знаем, истина в итоге или ложь получилась. А также мы сегодня обнаружили, что... Нет, все-таки я вот тот слайд покажу, что у нас, в общем-то, high и low — это, можно считать, синонимами, да, единицы и нуля, но мы сразу про это знали уже давно. Точно так же, как это является синонимом true и false, то есть истина или ложь. Да? То есть любое логическое выражение в итоге вычисляется либо в истину, либо в ложь, которую можно записать вот любым из этих способов. Да? И сохранить их можно в переменные типа boolean. Они предназначены как раз для хранения вот этих вот логических значений, которых может быть всего два, 0 или 1. Здесь хочу особенно подчеркнуть, сейчас мы на этом еще заострим внимание, что, например, когда мы считываем кнопку, делаем digital read, она нам возвращает что? Что она может вернуть? Ну, 1 или 0. Ну, 1 или 0, да. То есть тоже логическое значение, по сути, сразу уже готовое. Поэтому только что мы в скетче запихивали digital read прямо в if, да? То есть даже не делали какого-то сравнения особого, потому что уже сам digital read вернет нам либо истину, либо ложь. И, ну да, вот здесь я написал разные варианты того, откуда можно получить логическое значение. Вначале еще раз напоминаю, как создаются эти переменные. Можно записать сразу его явно, да, например, истина. Да? Можно сделать вот такую штуку, взять свое же прошлое значение и инвертировать. Помните, у нас там было там что-нибудь, там вал равно вал плюс один. Это когда мы с целыми числами работали. Да? Мы брали свое предыдущее значение, прибавляли единицу и записывали в ту же переменную. Здесь точно так же можем взять свое прошлое значение, инвертировать его, перевернуть там с нуля на единицу и наоборот, и снова в себя же записать. Или взять любое из этих вот условий, которые мы сочиняли, например, вот такое вот какое-то выражение, оно вычислится в 0 или 1, можем сохранить булевую переменную. Можем взять сложное условие, да, с логическим оператором каким-нибудь, например, вот тут и. В итоге оно вычислится тоже в какое-то значение. Можно взять и использовать не true и false, а high и low. Да? То есть low — это тоже 0. Это значение можно хранить в булевой переменной. Ну и здесь вот такое громоздкое, прям бессмысленное, сложное выражение. Вот. А, такие вот разные штуки можно хранить в булевых переменных. И сейчас, да, давайте это сделаем. Игорь это уже делал, пока кого-то из вас ждал. Нам нужно, смотрите, мы на входе от кнопки что получаем? Еще раз, что можно получить? Ну, единицу. Да, а, например, на выход что мы можем отправить? Включение и выключение лампочки. Тоже, high или low, 1 или 0. Ну, да. Давайте просто напрямую то, что взяли на входе, отправим на выход. Возьмите кнопку и сделайте так, чтобы светодиод соответствовал состоянию кнопки. Светодиод же у нас на 11-м. Ну, если подключали по схеме, то да. Вы же понимаете, да, у вас будет всего, ну, не считая сетапа и дефайнов, у вас будет одна строчечка. Digital read. Угу. Ну, прекрасно. Смотрите, какая здесь мысль. Сейчас мне выгрузится. Какую мысль я хотел этой штукой проиллюстрировать. Есть такой слайдик. А на нем разные куски помечены разными цветами, да?
Кто догадается, в зависимости от чего тут цвет? High, low. Нет? Нет? 0-1. Нет? Посмотрите, ну, внимательно. Что надо, левое и правое как-то? Ну, неважно, тут и слева, и справа оранжевым цветом одно помечено, синим другое. Это что, куда вставить надо? Ну, что куда можно вставить? Ну, в чем разница между ними? Что они разных цветов? Что? Ну, то, что оранжевое, это все цифровое, а... Ну, синее там синее, аналоговое. Тут же диджитал, а тут аналог. Ну, почти так. Здесь имел, ну, не то чтобы цифровое и аналоговое. Здесь правильно сказать, что одни значения булевые, логические, да, которые в 0 или 1 вычисляются. А остальные значения — это какие-то целые числа. Да? Смотрите, давайте подряд посмотрим. Digital Read что нам возвращает? 1-0. 1-0, Настя. Что Digital Read возвращает? 1-0. Да, аналог Read? Аналог Read 0-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 
итоге дает? Что? Аналог read там что-нибудь, например, больше 500. Ну, это не условие такое. Ну, условие, что в итоге получается, когда оно вычисляется? Что оно происходит? Нет, ну какой результат у этого? Дается значение, которое... Ну, какое значение может быть? Которое больше 500. Нет, да. Вот такое выражение... Из такого выражения какое может быть значение? Ну, любое больше... 500, больше... От 500 до 1000. 23. Да. Нет, это аналог read. А когда мы то, что дает аналог read, сравниваем с 500, что мы в итоге получаем в результате сравнения? Потому что это делится пополам, и получается 1 или 0. Нет, тут дело не в том, что делится пополам, просто когда мы что-то с чем-то сравниваем, мы в результате узнаем, выполнено это, да, истинно или ложно. То есть здесь тоже снова булево логическое значение, так? Да, digital read нам сразу дает 1 или 0, здесь у нас после вычисления получается, когда мы два числа сравнили. Здесь что в итоге получится, какого типа значения? Ну, когда мы... Ну, какое-то... 800 разделить на что-то. Ну, явно не 1 или 0. Если только... Ну, тоже... здесь какое-то число, здесь какое-то число получится. А если на 800 разделить? Не обязательно 1024, какое-то число. А если на 800 разделить? Если на 800 разделить, получится... Более. Нет. 1. Нет. Получится. А тут у тебя сначала разделится, а потом прибавится. А, он точно. Облажался. Вот если вот это вычислить, что получается? Какого типа значения? 1 или 0. 1 или 0, да? Потому что вот это нам дает 1 или 0. Logic value, ну, мы это уже использовали, как бы, эту переменную, да, она тоже 1 или 0, мы ее инвертируем, все равно получаем 1 или 0. А одно какое-то логическое выражение и другое, или в результате тоже дает 1 или 0. Да? Хай. Само по себе 1, да, 103 само по себе число, ну, как пример, да. Теперь смотрите, некоторые из выражений, которые мы уже использовали. Например, когда мы создаем булевую переменную logic value, мы сюда можем записать любое оранжевое выражение слева. Ну, и все будет корректно, да. Сохраняем таким образом значение. В integer, в int любое синее значение можем сохранить, все будет хорошо. А теперь давайте посмотрим на digital write. Да, он ожидает два параметра. Да, первый — это что? Это любое число. Значит, любое число. Ну, он ожидает номер пина, там, конечно, не любое число, но тем не менее, это тип этого ожидаемого значения, целое число какое-то, да? Любое синее сюда подставить, но в большинстве случаев ничего не произойдет, потому что это будет не что-то от 0 до 13, как у нас пины. Да? А так, в принципе, от 0 до 13 это что-то. Это какое-то целое число. А здесь вот на втором месте что? Ну да, какое-то значение. Соответственно, смотрите, если взять любое из оранжевых выражений и запихнуть его прямо в digital write, все будет нормально, потому что в этом месте ожидается параметр типа boolean. Да? Ну, это мы с вами только что и делали. Мы взяли digital read и запихнули его вот сюда на второе место. Да? Таким же образом, в принципе, можно было бы засунуть, ну, хай мы уже делали, просто напрямую туда писали хай, и у нас зажигалось идет. А остальные выражения тоже можно было бы туда поместить, и в зависимости от результата у вас там включался бы или выключался этот идиот, например, да. А у меня вопрос, я просто не пробовал. Если в Digital Write там может только хай-лоу, можно прям один просто писать? Можно.
плюс. High — это псевдоним для единички. И true false тоже можно, там только, да? True false тоже можно. Ну просто вот эти вот слова high и low, они не зря в библиотеке Arduino к единичке и нолику приписаны, чтобы, опять же, для удобства чтения, да, потому что здесь, чтобы в нулях и единицах запутаться гораздо проще, чем... Там тоже там написано define high 1, define low 0. Ну, как вы делаете. Ну да. Вот. Ну и здесь я сделал такое примечание, да, что понятное дело, что совпадающий тип — это первое требование, когда мы там строим какое-то выражение, да. А второе, что периодически нужно думать о том, ну, всегда лучше думать о том, допустимые ли у вас значения окажутся на нужном месте, да, вот как здесь. Здесь ожидается, в принципе, целое число, но если сюда написать 46, то если у вас не Arduino Mega, где есть 46-й пин, что-то пойдет не так. Да? Вот. А сегодня у нас один из способов обработки допустимых значений был какой? Ну, чтобы сделать значение попадающим в допустимый интервал. Это как его? Map и... Map и... Сейчас как это называется, чтобы границы... Как-то на оси как... Constraint. Constraint, да. Ну, ничего, вы еще попробуйте это. Кто-то из вас это уже однажды предлагал. Помните, у нас был в прошлый раз блинк, когда мы просто мигали светодиодом. Да. Как мы это делали, напомните? Светофором. Не-не, просто светодиод. Нет, один просто... светодиод мигает. Я предлагал плавно делать. А, мы сначала включали, делали задержку и выключали. Ну, и что? Делали задержку. Ну, да. То есть у нас было два digital write и один, и два delay. И два delay. А теперь мы знаем, что здесь просто ожидается логическое значение булева, да? Мы умеем делать булевые переменные. Да, то есть какую-то булевую переменную можно засунуть сюда. А еще мы знаем, что мы знакомы теперь с оператором не. И можем писать еще вот такую штуку. То есть брать свое же значение, его инвертировать, снова запоминать. Зная все это, как нам переделать блинк в три строчки? Надо сделать digital write. Ну, номер пина, допустим, 13. И запятая, вот этот логик value. А далее надо сделать уже логик value равно восклицательный знак, логик value delay и то же самое. Да? Опять его. Поняли, что Игорь сказал? Приблизительно. Он сам себя. Смотрите. В принципе, да. Мы возьмем. Ну, ключевая у нас строчка будет все равно digital write, да? Ну, здесь там какой-то пин светодиодный. А сюда возьмем переменную logic value, которая, допустим, раньше у нас где-то объявлена уже. И она булева. То есть мы передаем сюда переменную, мы не даем сюда конкретное значение high или low. Да? Мы сюда даем переменную, в которой может быть high или low. То есть когда мы вызываем digital write, нам не важно, что в этой переменной лежит. Да, это где-то в другом месте вычисляется. И что бы там ни лежало, у вас функция вызовется корректно, и то, что к пину подключено, либо включится, либо выключится. Да, теперь наша задача поместить сюда то, что мы хотим. Ну, давайте так, в начале, где мы создаем эту переменную, еще до сетапа, пусть в начале там будет true, да, истина. То есть, когда мы первый раз дойдем до сюда, что произойдет с пином? Он будет единицей. Он, ну, включится напряжение, да, на пине, да? А потом мы хотим, чтобы он выключился. Что мы сделаем тогда? Ну, напишем. Инвертируем. Инвертируем, либо... Да, и возьмем, возьмем logic value. Да. И перевернем. Регистрация знак logic value. Да? Ну, то есть мы понимаем, что это у нас находится в лупе. Чего нам не хватает? Ну, то есть, да, вот первый раз у нас true отправилась сюда, да, зажегся светодиод, затем мы перевернули и зациклились, да, без дилея у нас просто это очень будет быстро будет сюда переключаться, ничего не поймем. Да, поэтому нам нужно, прежде чем новое значение отправлять туда, ну, 500, наверное. Сделать задержку, ну, пусть, да, 500. Вот сделайте это, пожалуйста, быстренько. Сегодня мы вернулись к блинку и сделали его чуть проще. Подобные ретроспективы мы будем устраивать еще не раз, когда захотим оптимизировать задачи, избыточно громоздкие из-за недостаточности наших умений. В частности, переработаем домашнее задание, которое делали к сегодняшнему разу.
Да. Ну давайте, покажите еще кто-нибудь мигание. Так, я видел уже, что у вас в целом мигает. Я надеюсь, вы эту штуку поняли. Давайте, смотрите. Наверное, я вам этот скетч скину, но сначала мы просто проговорим, что здесь. Хочется, чтобы вы научились и комбинировать, и различать различные условия. Да? Различные операторы логические. Какие вы знаете? Три штуки. Или не. Да? Их, естественно, можно между собой комбинировать. У нас уже что-то там было в примерах. То есть там не что-нибудь или не что-нибудь. Например. Традиционно там всякие вот эти штуки изучают с помощью таких диаграммок. Раз ты читал вчера литературу, наверное, их видел. Как его звать? Мы на информатике проходили. Ну да, ну кто не проходил, еще с ними столкнется. Да. То есть вы понимаете, о чем речь, да? У нас все красненькое — это когда, когда кнопка первая нажата, да? Все синенькое — это когда кнопка вторая нажата. А их пересечение, соответственно, это что? Это когда две кнопки вместе нажаты. Да, вот это пересечение такое фиолетовое, когда обе кнопки нажаты. А как будет выглядеть... Ладно, мы не будем рассуждать, как это будет выглядеть, это можно порисовать самостоятельно на бумажке. А, смотрите, хочется сделать так, чтобы у нас в монитор порта выводились различные сообщения при различных комбинациях нажатия кнопки. Ну, я надеюсь, что ни у кого уже вопроса не вызывает, что нажатие кнопки — это просто самое простое условие. Да? На самом деле у вас условие может быть сложное, там из аналоговых датчиков состоять и так далее, и так далее. Но кнопку проще всего проверить, да, она да или нет сразу дает. Тут вот сколько получается? 7 разных комбинаций, и они все ведут себя немножко по-разному. Особенно интересные эффекты можно пронаблюдать, когда сравниваем вот эти вот варианты. Ну, кнопка 1 и кнопка 2, понятно, да, о чем речь? Это уже в прошлый раз делали. Или сегодня познакомились, тоже понятно, у нас будет истина при любом закрашенном, при попадании в любое закрашенное место здесь, да? А не кнопка 1 и не кнопка 2. Ничего не нажать. Это когда даже ничего не нажато. Да, причем, ну, как бы строго ничего не нажато. А если вот такой вот вариант, не кнопка 1 и кнопка 2. Здесь, да, я про это еще не говорил, наверное, но надеюсь, что понятно. Когда мы много логических операций вместе проводим, мы также можем выбирать их приоритет с помощью скобок, как и с арифметическими операциями, да? Вот здесь, соответственно, скобки для этого и нужны. Что вот эта штука будет делать, которая не кнопка 1 и кнопка 2? Ну, то есть... я не уверен, но, возможно, это то, что... Это то же самое, что и третье, что как бы объединено. Нет, не то же самое. То есть, что не кнопка 1 и не кнопка 2? Нет. Не кнопка 1 и не кнопка 2 — это предыдущий вариант, да? Это одна кнопка нажата, вторая. Это только вторая кнопка нажата. Нет. Это когда одна из них нажата, и одна из них не нажата. Нет. В том числе. Это четвертая. Да. Смотрите. Давайте сначала про не забудем, посмотрим, что написано в скобках. Что такое кнопка 1 и кнопка 2? Но это когда не обе нажаты. Когда обе нажаты. Теперь мы инвертируем это дело. Когда не обе нажаты. Когда не обе нажаты. То есть либо ни одна не нажата, либо нажата одна. Да. Что-то не нажато. Вот. То есть любая ситуация, кроме ситуации, когда нажаты обе. Да. Да? Да. Затем, что будет, если не кнопка 1 или кнопка 2? Это когда не нажата либо первая одна, кнопка. Либо одна горит, когда, либо вторая горит. Либо они обе. Либо обе одна не нажата, либо одна. А-а-а. Давайте еще раз. Кнопка 1 или кнопка 2, в каком случае будет истина? Только в том, когда одна кнопка не нажата. Нет. Да. Или, обычное или. Это если нажата... Либо первая, либо вторая. Любая, либо обе вместе. Да, да. Либо обе да? вместе. Соответственно, или нам даст ноль, ложь, только в случае, когда ни одна не нажата. Да. Да? Тут на самом деле гораздо нагляднее это с помощью табличек истинности сделать, которые у нас там были. Давайте быстро это нарисуем. Допустим, у нас есть B1, B2, ну типа кнопки, да? Угу. И все возможные комбинации вот такие. Угу. Да? Коротенько я запишу. И в каком месте истина? Когда... Во втором, в третьем, четвертом. И? Первым и известно, и когда в первом и последнем, да. Откуда в первом-то? Только когда обе нажаты. Да. Истины. Все остальные нули. А почему? А если
Обе, ниже обе тоже нажаты? Если первая не нажата и вторая не нажата. Нет, я с самого начала пошел. А, ну да. Или две палочки. Когда истина? Сегодня мы видели эту табличку. Во втором, втором и третьем. Так, не, тут придется полностью написать не кнопка 1 и не кнопка 2. Не кнопка 2. Истина в первом, втором и третьем. Первом, втором, третьем. Первая тоже. Смотрите, не кнопка. Только первая. Только первая, вторая, третья. Только первая. Только первая. А остальные, ну, смотрите. И у нас сработает, когда и слева, и справа единица. Угу. Да? Вот здесь вот не B2 даст сразу 0. Да. То есть уже не сработает. А-а-а. Здесь получится 0, уже не сработает. А тут в обоих и здесь случаях. В обоих случаях 0 не, ну, сработает. Да, да. Дальше. Не один и. Не. Дальше скобки. Кнопка 1 и кнопка 2. Что мы уже выяснили? Кнопка 1 и кнопка 2, да, они вот оно, да? Да. Угу. Уже, а здесь мы просто результат вот этого инвертируем. Угу. То есть смотрим прямо по этой колонке. Только первую. Только первую. Почему? Все, кроме нет. Последней. А-а-а. У нас не же... применяется к вот этой колонке, получается. Да. В следующем случае что? Не кнопка 1 или кнопка 2. Теперь не к этой колонке применяется. Получается, да, только верхняя. И уродливые цифры прям бесят. Вот. Что еще? А не кнопка 1 и кнопка 2. Ну, один вариант запишем, они зеркальные, да? А что такое не кнопка 1 и кнопка 2? Только кнопка 2. Одна. Когда только кнопка 2. Это причем не просто кнопка 2 нажата, но при этом первая кнопка строго не нажата. Да. Вот. То есть это первая неправильно, вторая правильно, и все остальные неправильно. Это получается, да. Только второе. Только второе правильно, да. Но это не то же самое, что просто B2 нажатая, да? Да? Здесь мы исключаем, да, нажатую чтобы, B1. Да. То есть здесь у нас, когда только будет второе. Только вот это, да? Второе. Алексей, а почему в предпоследнем не кнопка 1? А, все, да, правильно. Вот. Теперь на самом деле хочется, чтобы вы все это реализовали, но поскольку вы печатаете медленно, придется снова готовый скетч скинуть. Но вам важно это потестить, да, сейчас прям проверить. Там у меня выводятся сообщения в последовательный порт. Смотрите, народ. Подключили две кнопки, да, открыли соединение. Прием, прием. Смотрите, следите либо у себя, либо на плазме. Я прям вот как на доске сейчас писал, здесь делаю две переменных B1, B2. Причем записываю в них инвертированные кнопки, чтобы мозги не ломались, да, чтобы нажатая кнопка считалась единицей, да. Вот здесь все понятно, да? Две булевых переменных. Да? Да. И по порядочку все условия смотрим. Прием, прием. Ну, с и все понятно, да? Да. Ну, здесь написано, типа, обе кнопки нажаты. С или, который мы сегодня смотрели... Любая из них или обе нажаты, да? Здесь ни одна и ни другая никакая не нажата. Вы можете по-русски переписать, на самом деле, если хотите. Просто я привык с давних пор, что у меня кириллица не работала в мониторе порта и забыл уже, что она работает. Не 1 и 2, да? Это значит, что не обе кнопки нажаты. Как угодно, но не обе. Не 1 или 2, это значит, что обе не нажаты. Ну и вот эти последние два варианта, не первая и вторая, и наоборот первая и не вторая. Ребят, загружайте скетч, который я сейчас вам отправил. Давайте кто-нибудь мне расскажет, как вы бы сделали такую штуковину. Я хочу, чтобы у вас при первом нажатии кнопки светодиод включался, при втором нажатии выключался. Мы бы ввели переменную, которую бы при нажатии кнопки... В нее бы добавлялось, то есть, вот, есть переменная, которая равна нулю. И дальше условие, если кнопка нажата и переменная равна нулю, то светодиод включается. И переменную мы уже перезаписываем 1. Поэтому при повторном нажатии то условие не сработает,
поскольку переменная будет 1. Сработает другое из if. То, что если кнопка нажата и переменная равна 1. Очень сложно объясняешь, но мысль, по-моему, правильная. Ну, Настя, а ты расскажешь, как это сделать? Как можно сделать? Как сделать так, чтобы по первому нажатию кнопки свет идет включался, а по следующему выключался и так далее? Попробуй. Ну, нужно сделать как? Не, можно сделать, что если значение 0, то ничего не изменится. И кнопка все равно будет гореть. Вспомните вот эту штуку, которую только что делали с блинком улучшенным. Здесь у вас значение переворачивается само по себе, да? Когда проходит время. Да? Если вот эту штуку засунуть внутрь ифа, который проверяет нажатие кнопки, казалось бы, все будет правильно, да? Ну и вот это получается между фигурных скобок. И delay здесь уже не обязателен. То есть что здесь получится? Видно что-нибудь, нет? А если кнопка нажата, переворачиваем. Да, и там уж куда оно перевернулось, это неважно, оно вылезет в любом случае наружу. Так ли? Все ли будет хорошо с такой штукой? Можете умозрительно подумать. Нет. А что не так? То, что вот она один раз изменится, все. Почему? У нас мы вот будем нажимать, и она будет бесконечно изменяться. Потому что тут она будет включаться при любом нажатии. То есть мы ее изменим, и что? И ничего не произойдет, но изменится она. Надо добавить второе условие, иначе если, в котором будем уже проверять. Ну, тут все на самом деле чуть проще. Ты основную суть, по-моему, сказал. Смотрите, там будет проблема в том, что как бы коротко мы кнопку не нажали, что? Она будет гореть определенно. Она будет пере... Она много раз перевернется, да, потому что вот эта штука, даже за самое коротенькое наше нажатие, там какая у человека реакция, там какие-то десятки миллисекунд, да, около сотни миллисекунд, за сотню миллисекунд у вас эта переменная перевернется много-много раз, вот про эту картинку здесь, да, то есть у нас вот это происходит нажатие кнопки, и за то время, пока она нажата, каким бы коротким это ни было нажатие, у нас много раз случится вот эта штука. И, ну, переворачивание. Если это случится нечетное количество раз, то произойдет то, что мы хотим. Да? У нас окажется перевернутое относительно начала переменная. Если же окажется, что четное количество раз, то она останется в том же состоянии, в котором была. Да? То есть туда-сюда переключится четное количество раз. Вот, это нас не устроит, потому что непрогнозируемый результат. Зачем нам устройство с непрогнозируемым результатом работы? Как это можно обойти? Ну, то есть, смотрите, если в данном случае мы проверяем, что у нас кнопка нажата, то на самом деле что нам нужно обнаруживать? Ну, еще значение переменной. А? Не только нажата ли она, но и значение переменной. Сколько раз она как бы перевернулась? Ну, практически. То есть нас на самом деле интересует момент нажатия, только переход сверху вниз, да, вот это вот место. А для того, чтобы нам это место найти, что нам нужно знать, кроме того, нажата ли кнопка или нет? Смотрите туда вот, не на меня. Ну, ту штуку как бы намекает. Нам нужно найти вот это вот место, когда мы сверху перешли вниз. Мы знаем, в каком у нас состоянии кнопка сейчас. Вот когда мы перешли вниз уже, да, например. А что нам еще нужно знать, чтобы понять, что мы в этом месте находимся? Перевернулась ли уже? Нажали ли мы второй раз? Нажали ли мы второй раз? Нам, кроме... Продублирую здесь. Кроме нынешнего значения, нужно знать еще предыдущее. В каждый момент времени. Да? То есть мы... Практически, как это у вас было в домашней работе, которую не все сделали. Там мы тоже знали какое-то предшествующее значение датчиков, и у нас было текущее значение. И мы что-то делали только если оно достаточно изменилось. Здесь у нас любое изменение достаточное, да, это изменение с нуля на единицу или наоборот. Да, вот, допустим, возьмем несколько моментов. Допустим, мы сейчас находимся в этом месте. Вот это у нас текущее значение, да, вот это предыдущее. Они одинаковые, нам не интересно. Дальше мы съехали вот сюда. У нас есть текущее значение и предыдущее. Они снова одинаковые, нам это не интересно. А вот в этом месте
У нас текущее значение оказалось здесь, предыдущее вот здесь. И именно этот случай нас интересует. Как это сформулировать, что, ну, допустим, у нас есть переменная там current, то есть текущее что-то, и previous, то есть предыдущее. Как вот такая картина может быть сформулирована с помощью вот логических выражений? Если сейчасшнее значение, восклицательный знак равно, то есть не равно предыдущему. А более конкретно, тут как бы не равно предыдущему, оно еще вот здесь будет, если что, забегая вперед. А нас интересует именно переход сверху вниз. Ну тогда, если, если предыдущее минус настоящее равно 1. А зачем нам какой-то минус? У нас все булевые значения, да или нет? Если нынешнее значение меньше, чем предыдущее. Нет, меньше это какое-то. Зачем? У нас, у нас не числа, зачем нам сравнивать это? Ну, можно, конечно, так сделать, но здесь знак больше-меньше обычно каким-то, как сказать, небулевым значением применяется. Зачем больше-меньше, когда для этого куча своих есть вариантов? Надо сравнить только сейчасшнее, надо сейчасшнее минус один. Если сейчасшнее ложно, а предыдущее истина, причем одновременно. Да? То есть current истина, и... а это ложно. Вот и все. То только в этом случае переворачивать то, что мы хотели перевернуть, то есть то, что пойдет на светодиод. Вот на самом деле код написан, это вот то, ровно то, что я вам прислал. Кстати, давайте посмотрим. Я уже заметил, что он как-то не всегда работает так, как надо. Ты загрузил? Да. Покажи. Вот если вот я нажимаю... Вот, он иногда просто погасает сразу же. Ну, на самом деле это связано с еще одним... С дребезгом. Но про дребезг я сегодня не планировал говорить. Давайте сейчас с этим закончим, потом я поясню, в чем здесь дело. Хорошо? А, вот, по сути, реализовано то, что мы сейчас обсудили. У нас есть две переменных булевых, да? Одна называется триггер. Это наша вот целевая переменная, то, что мы будем отправлять на светодиод в итоге. Да? Независимо от того, что лежит внизу. И у нас есть переменная для хранения прошлого значения, previous. Да, причем вначале у нас здесь лежит true, потому что ну, у нас не нажатое это true. Пин-моды понятно? Смотрите, что мы делаем. Здесь делаем еще переменную current, чтобы ну, все как-то однороднее смотрелось. У нас будет две переменных, current и previous. И делаем вот это вот самое сравнение. Если не current, да, тут наоборот знак, если не current, то есть текущее значение у нас внизу, не current, и previous одновременно, предыдущее вверху, то мы делаем вот эту вот инверсию триггера, да? Который, опять же, в конце концов отправим, не зная даже, что в нем лежит. И остается еще один момент, это сделать так, чтобы в следующий раз наше текущее значение стало предыдущим, да, поскольку мы бегаем по кругу в цикле. У нас получается, что... Ну, по сути, на этой картинке видно, да? У нас вот так вот идет время. И на одной итерации цикла вот у нас как раз окошко есть, да? То, что у нас сейчас current, на следующей итерации становится previous, да? Угу. То есть у нас смещается вот так вот окошко. Ну и для этого, соответственно, нам нужно после того, как мы уже сделали вот это сравнение, и нам неинтересно, что было в прошлый раз, мы вот в эту прошлую переменную записываем, что было только что. То есть для следующей итерации это становится предыдущим значением. Да? То есть у нас то, что было current'ом, для следующей итерации становится previous'ом. Да? Вот. Такая штука может быть не очень легкая для понимания, но на самом деле, когда вы программируете Arduino, которые действуют вот так вот циклически, но при этом ну, время у нас... идет в одну сторону непрерывно, нужно про это помнить, да, потому что периодически нужно знать, что у нас с прошлого цикла осталось на следующий, там, и так далее, и так далее. Вот, явление, с которым столкнулся Сережа. На самом деле дребезг встречается довольно редко, я его даже не стал включать к нам в программу, но раз уж на то пошло, раз он нам попался, два слова о нем. Дребезг — это чисто механическое явление такое, которое связано с тем, что внутри кнопки, когда контакты... Но когда вы нажимаете кнопку, там какие-то контакты замыкаются. Да. Да, и когда они сближаются, у вас происходит момент, когда, грубо говоря, искорки между ними проскакивают. То есть у вас переход снизу вверх происходит не вот так вот мгновенно, а вот происходит несколько вот таких вот...
И он сам включает и выключает себя. Да, и ты успеваешь поймать, поскольку ты ловишь с помощью этой штуки переход сверху вниз, ты успеваешь его несколько раз поймать. Угу. Да, ну как с этим можно побороться? Можно, обычно это происходит все за очень короткий промежуток времени, там несколько миллисекунд, да? Такое, что мы глазами и пальцами это не заметим. Самый распространенный программный способ борьбы с дребезгом — это когда мы обнаружили вроде бы нажатие кнопки, но подождали еще 10 миллисекунд и проверили повторно. И если таки у нас кнопка нажата, вот в этот момент мы считаем, что она у нас нажата. Вот. Я, конечно, очень сожалею, что нам пришлось вот эту штуку довольно скомканно рассмотреть, потому что домашние задачки, которые мы сейчас с вами обсудим, они как раз связаны с такой же штукой. Там будет использоваться вот этот момент, когда нам нужно поймать именно момент нажатия кнопки. Поэтому вот эту штуку себе сохраните, но она у вас есть там в Телеграме, если что, вам аналогичная понадобится. Ну, давайте коротенько посмотрим, что сегодня было, чтобы ничего не утекло бесследно, да? У нас новые логические операции или не, да? И мы умеем их комбинировать, и или и не. И можем сохранять результат этого в булевые переменные, если нам нужно хранить. Умеем считывать кнопку, понимаем, что она также дает нам, по сути, логическое значение, да или нет. И вот то, что только что мы с вами говорили, можем отслеживать момент нажатия кнопки. То есть не то, что она нажата вообще в целом, а что ее нажали только что. Да? А звуки зумером понятно. И входы и выходы комбинировать в целом, конечно, мы умеем, но я пару упражнений на эту тему пропустил, потому что время хотел сэкономить. Но фактически это так, да, то есть мы сегодня считывали с аналоговых датчиков что-то, и с кнопок, и отправляли это в разные места, и на цифровой выход светодиод, и, например, в пищалку, и, например, в монитор порта. Теперь смотрите, да, Машка, это косвенное отношение к проекту имеет, да, что мы хотим какие-то вещи получать не только там в автоматическом режиме, но и по запросу пользователя, да. Пусть у вас для начала тренировки с кнопкой вы по нажатию кнопки будете отправлять температуру в порт. То есть в самый первый раз у нас был пример, когда вы постоянно получали что-то там раз. Да, здесь вот как раз нужно будет учесть то, что мы только что обсуждали с переходом, да, с моментом перехода. Понятно, о чем речь здесь, да? Три светодиода у вас есть, да, и всегда в каждый момент только один светится. А какой именно определяется с помощью кнопки. Причем-то, ну, если вы ее зажмете, не надо, чтобы они перескакивали. Нажали, переключился один. Нажали еще раз, переключился еще один. Здесь не очень очевидная, наверное, для вас будет штука в том, что... И на самом деле это не то, что мы регулярно будем использовать, но один раз в качестве упражнения можно. Помните вот это место? И мы обнаружили, что сюда мы, по сути, просто число отправляем. И расскажите, как вы будете делать вот эту штуку, когда светодиоды переключаются по нажатию. Тут надо аналог read поставить. Почему аналог? Кнопка у нас digital. А, digital read. И считать с кнопки. И? Что произойдет, когда мы считаем? И надо... Тогда светодиод... И если кнопку нажать, светодиод зажжется. Нет, у нас всегда горит какой-нибудь из светодиодов, но только один. А нам нужно с помощью кнопки переключать, какой именно. Ну, для каждого из светодиодов сделать отдельную. Кнопку отдельную? Нет, по одной кнопке? Нет, там. Смотрите, что у вас, получается, меняется, когда мы отлавливаем нажатие кнопки? Ну, low или high меняется. Ну, конечно, в итоге он меняется, ну, но... значение, да. В смысле, один или ноль. Что у вас... Ну, вот смотрите, у нас есть три светодиода. По очереди они загораются. То есть при нажатии кнопки что изменяется? Изменяется номер, как бы номер светодиода изменяется, правильно? Угу. Да. То есть мы по нажатию кнопки прибавляем какую-то циферку. Да. Но при этом нам нужно, чтобы после третьей циферки снова появлялась первая, а не какая-то четвертая. Да, значит, что нам нужно делать? Каким образом? Так отживать лупы. Нет, тут дело не в том, что это... Да. Мы параллельно функции map еще этот... Не, map constraint здесь ни при чем. Здесь... Нам надо только constraint, три, если просто создать еще. Смотрите, у нас была единичка. Да. Да? Отловили нажатие кнопки, она стала двойкой. Да.
Отловили нажатие кнопки, она стала тройкой. Потом, когда мы отловили нажатие кнопки, что случится? Четверка, нам надо сделать... Она станет четверкой, но вы можете сделать тут же проверку, что если ваша циферка стала четверкой, то превратить ее в единицу. Да. Просто вот, ну, зациклить, ну, по сути, как ты сказала. Ну, но... все, и так получается. Так вот, получается, при этом вы можете поставить, ну, чтобы сэкономить себе время, поставить три светодиода подряд, допустим, там 6, 7, 8 пин, и делать не 1, 2, 3, 4, а 6, 7, 8, а девятка превращается в шестерку. И так заново. Да, то есть... Также отлавливаем момент нажатия кнопки, по нему увеличиваем номер, но проверяем, чтобы этот номер оказался в допустимом диапазоне. То, о чем вот, ну, тут сказано. Да? Так, с этой задачкой понятно. Ну да, смотрите, у нас сегодня было облачное пианино, дома у вас облачного пианино не будет, но вы можете добиться от зумера с помощью трех кнопок 8 разных звуков. Точно так же, как с лампочкой. Понимаете, почему? Да. Один раз нажал, одна нота, потом второй раз другая нота. Не-не-не-не, просто в моменте. Вот, ну, помните, у нас только что была таблица, где мы все возможные... Сделать случайно. Не, зачем случайно? Можно случайно. Для двух кнопок этого нет, никаких случайно не надо. Для двух кнопок у нас все возможные комбинации нажатий ограничивались четырьмя вариантами, да? Если же мы сюда добавим третью кнопку, то вот эти четыре варианта могут сочетаться с ее ненажатым состоянием. И еще один раз все то же самое с ее нажатым состоянием. То есть у вас три бинарных позиции вам дадут 8 разных вариантов. Сделайте вот такое вот пианино из 8 нот. Понятно? Да. Вот. То есть, ну и вы уже видели, когда мы разбирали домашнее задание, что условия, ну и в других примерах, что и можно делать не один раз, да, а несколько объединять. Да. Там. Выражение, например. И последняя такая задачка. Я вам это отправлю потом. Не читайте сейчас, смотрите, в чем здесь история. Опять же, у вас есть три светодиода, и у вас есть две кнопки. Кнопки одна значит да, другая нет. Да? Еще у вас есть монитор порта, последовательный порт. Когда запускается программа, у вас в мониторе порта появляется вопрос, включить первый светодиод ли? Да? И ожидается ответ, как бы от вас, да или нет. Соответственно, если вы нажимаете кнопку «Да», то у вас он включается. Если кнопку «Нет», ничего не включается, задается следующий вопрос. Включить светодиод номер 2. И точно так же ожидается ответ. И так вот по кругу. Но, начиная со второго, как бы, цикла, если на первый вопрос вы ответили «Да», у вас первый светодиод зажегся. Когда мы вновь до него дошли, после третьего, вопрос уже должен быть «Выключить ли первый светодиод?» Ну и, соответственно, да, значит, выключить, нет, в принципе, не выключить. Я уже понял, как это делается, только надо там будет много тестов. Там есть одно место, которое вы, по идее, не знаете, как делать. Ну, кто-то, кто сам что-то изучал, знает, а так я вам еще про это не рассказывал. У вас еще один будет момент, который нужно попробовать самостоятельно. Ну, так сходу кто-нибудь скажет, что вы не можете сделать во всей этой истории. Ну, смотрите, когда вам задается вопрос, предполагается, что он вам задается один раз, то есть не вылезает много-много раз подряд. И ничего не происходит, пока вы не нажмете кнопку. Задержка. А как? И здесь задержка нам не поможет, да, потому что мы не знаем, когда мы кнопку нажмем. Да. Цикл. Ну и фор здесь нам тоже не очень поможет. Ну, может, как помочь вполне. Короче, есть еще в языках программирования такая конструкция. Цикл с условием. Пока не нажали на кнопку, то не будет. Смотрите, сейчас я в двух словах о нем говорю, опробуйте вы это дома как раз вот в этом примере. Такая конструкция, тоже она с фигурными скобками, между которыми помещен код, который выполняется только пока истинно вот это условие. Да, то есть в if у вас это один раз проверяется, выполняется или нет, а в while у вас этот цикл будет вертеться до тех пор, пока это условие истинно. То есть зашли сюда, проверили условие, если истинно, выполнили. Вернулись сюда, проверили условие, если выполнено. Получается, истинно, если выполнено. Кнопка 1... А в if мы не возвращаемся никуда. То есть, если оно здесь выполнено, мы выполнили это и пошли дальше. А в while мы возвращаемся к проверке. Если кнопка 1 или кнопка 2 нажата.
Здесь на самом деле то здесь тогда вопрос меняется. В странной форме вы это можете использовать. Пока ни одна из кнопок не нажата, что нужно делать? Ничего. Ничего, да. То есть у вас будет пустой цикл. То есть у вас между этими скобками ничего не будет. Здесь условие ни одна из кнопок не нажата, и ничего не делать, когда... Как, соответственно, из этого цикла можно будет выйти? Как он прекратится? Ну, когда одна из кнопок... Когда одна из кнопок будет нажата. Причем, если у вас будет нажата кнопка «Да», вам нужно будет что-то делать. Да? А именно переворачивать какую-то переменную. А если нет, то «нет» ничего не делает, она просто дает вам выйти из этого цикла и задать следующий вопрос. Понятно, да? Ну, прекрасно. Я надеюсь, что... На самом деле, смотрите, эти задачки довольно простые. Они гораздо менее объемные, чем предыдущие. Но тот, кто предыдущий не сделал, доделывайте. Вот. Они, я надеюсь, что у вас уложат все вот эти вот моменты, которые сегодня были по местам. Вот. Про вот это поняли, да? То есть вот все вот эти штуки, которые мы сегодня в разных комбинациях пробовали, условия, можно поместить и вот сюда. Ладно, все, давайте наконец расходиться. Сейчас пару слов еще скажем. До свидания. Пока. Я совершил серьезную ошибку в планировании, оставив важную задачу на конец занятия. В иной ситуации можно было бы оставить это на следующий раз, но сегодня большая часть домашней работы зависит от этой задачи, поэтому пришлось все успевать, несмотря на всеобщую усталость. Понравилось то, что очень много разных программ было сегодня. Все довольно-таки сложные по-своему. Во всех есть какие-то свои новые перемены, ну, в смысле, функции там. Мне понравилось, наверное, то, что мы не успели больше операций с кнопками сделать. Про то, что мы сделали только булиновскую, 1 или 0, а можно еще... Сделали двойное такое условие, чтобы она не возвращалась. То есть она наращивалась, переменная, после каждого нажатия, и с помощью условия не зацикливалась обратно не приходила в ноль. Но больше всего мне интересно, получится ли у меня сделать четвертое задание из домашней работы. Потому что если научиться это делать, можно будет в будущем, например, написать программу, и вопрос будет сыграть такую-то музыку, и ты говоришь, например, да. Понравился вообще, в принципе, сам урок, вся атмосфера урока. Понравилось, как мы пытались сделать по нотам песню. Все, особенно пианино. Да хорошо, все. Мне все понятно. Все понравилось. Автополив для растений хотел сделать. Также штуку для автоматического кормления муравьев. Но у меня дома муравьи живут.